Соблокополова. Даже не пишет сидеть. Толкни его. Положим вместо света. Даже обедать не хочет встать. Щелестями плохо шевелит. Боже милостивый и грешен, создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Очи всех на Тебя, Господи, уповает, Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и Ты щедрую руку, то исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Боже милостью, будь мне грешен. Создав меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешен. И помилуй. Так. Сначала конфликтные ситуации были? Слава Богу, мирно. Хуже всех стоишь. Не считаться ничего в это время не надо. Потом сделаешь это. Так, как работали у вас на кухне? Хорошо. Хорошо. Девочки вообще все хорошо живут. Но вот эта вот тройка у меня, один другого стоит. Три богатыря, если такие будут защищать землю русскую, и завтра их уже негде будет жить. Вообще, стоят, ничего не делают. Значит, лишайтесь первого, все трое. А потом будем смотреть. Только гляну, опять сидят. Или разговаривают, и щепка во рту, и что-то мычание какое-то издают. Ничего не помогает. Кто у них заводило? Наверное, тот, кто не первый раз в лагере. Так, пальцы не рассматривайте. Слушайте, что я говорю. У вас закладывается будущее в вашей жизни. Кем вы будете? Вот на день рождения у меня заготовка такая. Я посылал день рождения, справлять там то. Вчера одну и послал. Я не понял, это нарочно она поставила, она такая и есть. Вот такая вот. Феодосия. Я подумал, таких веры, наверное, не думаю. Зачем я сужу ее? Сам себя осудил, послал. Она мне ответила. Я атеистка, точка, болван. Она атеистка, а я болван. Да как так? Если ты атеистка, ты болванка. А болванка из нее можешь что-то сделать, раскатать ее там, когда она... Болванка это... Ну а болван человек, это, который ничего не понимает. Я ее только сказал. И заговорили в интернете, я удивляюсь, никогда раньше не было. О житиях святых, насколько там подделок, живой лик скрытый. И все их слабости полностью замазаны, и мы не знаем, с чем бороться. И выступает священник, Константин, там, Пархоменко, и сразу стали прислушиваться, авторитет. У меня в книгах все это описано на каждом шагу. Сегодня я увидел еще другое, в храме неблагоговения. Что делается в храмах? Шоу, самое настоящее. Полураздетые, прыгают, скачут, показывают, это, говорит, миссионерство у них такое. А иконы, чтобы они лопнули, закрыли покрывалом. Это раньше так. Родителей, когда дома нету, а ребятишки в среду, в пятницу, холодильников не было, в подвале было там кринка мало, накрыта от кошек. И ребятишки едят, а боженька видит иконку. А на иконку всегда висела шторка, как на окне. Они шторочку задвинут, поели. Боженька не видел, родители никогда не узнают. А кто сметану съел? Кот Васька. Как стать котом? То есть если, я уже знаю, о чем там речь идет. Слезали сметану, и все, кот Васька виноват. А это не я, это он прыгал и плафон разбил. Он разбил. А 13 лет стояло вот это вот. 13 лет. Тут кого-то нету у нас, или все здесь? Наташа. А, кого-то нет. Наташа. А где Наташа? За щавлем пошла. А? За щавлем пошла. По Потеряевке. Ничего не понял. А что искать там? Может там есть у меня? Пошла за щавлем. И за луком. Вот этого делать не надо. Садим, она уже кто посылал? Понимаешь, уже рядом обед, и этого не делать. Она должна быть здесь или раньше сходить, или позже. За щавлем. Пирожки будет на похороны подавать. И вот что делается в храмах, и все это показано. И все это рассказано. Кощунство. Пляшут. Полураздетые. Накручивают какие-то ленты. И тут же священник стоит, и все как надо. И выступил против
священник, которого я не очень хорошо, но знаю, новосибирский, там Новопашин Александр. Молодец, сразу одобрение пошли. Нам не до этого. Мы работаем, мы выполняем то, что, вот, то, что мы делаем. Ну, это сказать так. Один, может быть, на 20 человек исполняет. В поте лица твоего будешь есть хлеб свой. У меня, Володя подошел, весь лоб, все в крови. А где-то, где-то зацепил, даже не заметил. А пот разъедает, не заметил. Мне надо всем, у каждого срубить сучки, показать, сделать и все. И совершенно не знаю, где заехало. Он подходит и здесь, везде кровь. Я взял платочек, платочек красный. Это увлечение работой. А может быть, у меня уже лопаются вены какие-то. Да нет, Володя говорит, там, ну, что-то заметно. Порезы были. Так, Наталья, поставь быстренько. Так, вот эти хлопцы. За ними, значит, нужно смотреть. В дальнейшем, значит, в следующий раз я их буду просто наказывать. С разрешения матери. У обоих, у всех трех матери здесь. Так? Так. Вам такие лодыри нужны? Не нужны? Нам тебе, нужно. Марина, нужен такой лодырь? Нет. Тебе, Наталья, нужен? Он самый ленивый из всех. А вы в пророке его возводите. Совершенно работать не хочешь. Но где что-то взять, махать. Он кино-то насмотрелся, он такой боевой. А его любой соплей пришибет. Чеченец. Нечаянно кобыла, говорит, чихнет, и все трое будут лежать на повал. А богатыри русские на конях сидят с булавой. Силы-то нету никакой. Как в свободное время мотаетесь на качели. Качели ничего не дает, кроме прохлады. А там есть турники, да поднимаются, да сжимаются, чтобы поехали. Во! Я помню, у нас дом стоял вот здесь вот, а там колодец был, колодца не было. А поливать все надо. Ну, ведерки. Иду вот так держу, пощупаю, что тут есть. Дома гвоздь такой, а бараны вбиты на него каждый день. Сколько? Утром 14 раз. А эти один раз уже дрожит, подниматься не может. А уж потом, когда подрос, вот у меня канаты на деревьях, дерево на дерево, Тарзан посмотрел фильм. Нагибаешь, летишь, все пузо ободранное. Ну, охота. И вот где сейчас купаюсь, сам большой это, здесь нырнуть потихоньку, не дать волны, на той стороне тихо вынырнуть и в пустых. Да мало ты еще в зубы нож возьмешь. А эти ничего они не знают, почему я готовлюсь. Готовлю бригаду мстителей. И все говорят, а что бы если Богу не обратился? За мной утром не свет, не заря, все на зарядке. Если сестренки и мальчишки. Я вам рассказываю, как надо себя напрягать на молитве, везде. Вот о чем мы говорили сейчас. Удивительное дело, говорит, вот литературу всякие, как котом стать, читают, она сидит, углубилась, дремет, мяукнет, дальше читают. Она уже наполовину кошкой стала. А лежит, вот я посмотрел, тут столько литературы, если протестантская, ну хорошая просто, там ничего нет против. А именно, качество Христа. И говорит, с православными о чем говорю, матронушки, тут разговору. Как о Христе заговорили, самая нелюбимая личность православия – это Христос. Это священники заговорили. Я сегодня это выставил. К слову сказать, потерялся один ролик, так и не нашел. Но ролик, который я могу восстановить, события дня вчерашнего, нигде нету. Нету нигде, нету. И в папку посмотрел, нету. Ну, видимо, что-то меня заскочило тут. Стоять спокойно. Так, всегда молитесь за дядю Романа, как он нам помогает. И всей деревне больше его никто не помогает. А как он работает, вы видели? Да. Как у него работа кипит в руках. Вот. Так надо работать. Любую, которую дали тебе работу. Если мы вот сейчас сегодня сколько сделаем, к вечеру я постараюсь, ну, костер, перед костром хотя бы. Ерему попросить, наверное, не буду. Вывести, надо сначала их просушить маленько. Мы близки к завершению работы. Это, у нас куча-то уменьшается, одна осталась только. А потом мы пойдем на заготовку камня, вывозить его туда, и дальше заказываю бульдозер. Здесь все запланировано. В лагерях специально есть должность затейник. Какие-то игры, они там что-то делают, прыгают, и скукота смертная. Я говорю, да как у вас лагерь? Да дисциплина так ничего, ночами, да нет, никуда не ходят. А сколько зданий? Одно, на втором этаже девочки, на первом мальчики. Воспитатели приходят, нижний этаж весь пустой. Все ночуют там. И что там будет? По каноническим нормам мусульманства, уже ни одного не выпустили. Утром они всех прирезали, все голову выставили. И родители там никто не спрашивает. Родитель вякнул, ему голова будет висеть. Поэтому они так сохраняют. У нас священник, у них мула. И вот они собрались, мулы, и я среди них.
Я спрашиваю, у вас сохранение девственности, когда она девушка настоящая, не надкушенное яблоко, сколько процент? Они меня даже не поняли, о чем я спрашиваю. Я говорю, неповрежденная девственность, что она не была с мужчиной. Но как это, какой процент? 100, если полностью. Ни одной нету, нету. Ну а говорят, там одна сестренка такая-то сделала так, он сразу зарезал ее, брат. Сразу зарезал. Нормы какие? Сидят за столом, она чем-то ему не угодила, и он решил ее подкусить. Папа, а наша Аленка, она целовалась. Отец, как целовалась? Ну, с дядей с каким-то. Он так было. Да нет, это фильм у нас снимают. Фильм. И там пароли, там нужно так. Целовалась или нет? Целовалась. Он выхватил пистолет за столом, сразу пристрелил ее. Он снял позор с семьи. А часто бывает это, за 100 лет один раз. Понимаете, мы осуждать можем. Есть где нормы такие, пьяный за рулем, смертная казнь. Или порят. Я говорю, и сколько погибло на дорогах? Ни одного. А сколько пьяных? Ни одного. Вот это там на Фарерских островах у них правило такое. Девочка родилась, ее мать учит в ванне плавать. Почему? У них закон. Вот кошка тонет, спасай, собаку спасай. Если женщина тонет, ты будешь, если спасать, тебе смертная казнь. Ее нельзя спасать. Это возвели в закон. Так у вас сколько что до женщин погибло? Англичанка разговаривает. А у вас сколько? В Лондоне, говорит, 300 погибло за... В Лондоне 300 утонуло. Там это... 300... А у вас сколько? У нас, говорит, за 300 лет ни одна женщина не утонула. А почему? Она ее учит еще в ванне. Давай, Вика, плавай как следует. Тебе надеяться не на кого. Итак, Агния, учись плавать как рыба, как русалка. Вот и все. Кажется, жесткий закон, а приводит к результату обратному. И поэтому учитесь плавать. Он у нас по колено залез в воду, походил, побегал и вылез. Сухая задница. Ну, разное это так можно. Но сейчас уже купался вроде, да? Да. Вот видите, как продрал его маленько. У нас был один с бабой, он везде передовой, такой парень, прям, а пошли купаться он никакой. А почему? Он живет в Казахстане, там нет нигде. И сразу заныл, баба, домой, мне здесь скучно. Я узнал, Паша, ты еще дуришь, а ну-ка в воду. За 3 дня, чтобы ты у меня плавал, как все. Все, Паша стал, и теперь он домой не хочет и плавать. Он везде подтянулся, он первый, везде первый, девчонки глаза на него лупают. А тут он оказался никто. Все, пропал. У нас был такой парень. И мы его вывели в этом области, в этой области спорта, почти на первое место. Я одного, там большое озеро было, и там глубина 3 метра примерно где-то. Я его учил, ты вот так плавай. А самое главное, научись на спине плавать. На спине самое легко, ты дышишь, и только ногами шевели, а руки можешь вот так положить. Я пока на другого после парня парня повернулся где-то, а этого нету, гляжу, он шпарит ногами, как шатунами. Я кричу, а уши там в воде, он не слышит, за ним плыть я даже не успею. А если перевернется, он плохо плавает на животе. Ну ладно, как-то его развернуло, говорит, ветром. То есть я такие случаи могу рассказать, удивительно. Он вот так вот пошел работать. На спине учитесь плавать. Такой вид спорта есть. Так, мы садимся за стол, разговоров не должно быть, сидеть прямо как должно, кроме этих 3. Вчера меня одна спрашивает, сестра, а можно так, что первое съем, а так много даете, есть и второе, и третье, и 4, а там пирожки, а можно я с 1 на 4? Можно, но 1 обязательно. Поняли? И вы наблюдаете. Так, на дежурство никого не брать, ни за, ни против. Вот эту отарду можете брать. Эти у меня работают как настоящие рабочие. Нам нужно скорее закончить. И поэтому ни минуты, чтобы их не трогали ни утром, ни вечером, ни днем. Слышали? Слышал? Столовая дежурство. Нигде не брать их. Вас хватает здесь. Нас всего-то вам на 4-х-то. Ну вот этих малышей можно брать? А это, пожалуйста, это твоя гвардия. Но чтобы они не сидели. Девочек вот этих маленьких. Они все сделали. Они... А это хорошо работает. Они собрали, вынесли. Дальше делать нечего. Пилить надо. Такие, как если бы Нестор в его возрасте. Нестор, Ванин брат, да он бы... Упарил вас всех один. Он приедет, вот Ваня домой поедет, они вахтовым методом здесь. Но на нас уже смотрят. Вначале выпускать ролики, которые потеряевки. Сегодня я выставил 11 роликов за раз. 11, представляете, где были. Но еще не все, даже как выезжаем, мне как выставляют, я так слежу за этим. Глянул-то 11, ну, и стал закрывать обратно. Ну, вот такое. Дядя Никитич сказал, там очистить, он видите, как очищает.
ну, свободен. Сегодня Виктор Николаевич добился, чтобы после обеда подготовились. Три часа сказал придет. А? Три часа сказал придет. Все, потому что сегодня костер, завтра баня. Завтра не работаете, но и болтаться не будете. Будете заниматься, может быть, он придет попеть и все. Кто будет болтаться? У нас какой порядок? Вот, работать до обеда, после обеда занятия там могут быть, купаются, там все такое. А бывает иногда у нас настолько срочная работа, что мы взрослых просим, ты помоги. Ну, два часа, завтра два часа до обеда не будешь работать. А отработать до обеда он один. Все работают, он некое, он начинает ходить. Закон, никому не подходить. Там вышка есть, ложись, бери палатки, можешь спать, и он не может. Но если только кому-то подойдешь, заговоришь, сразу вступаешь на работу, два часа пропали твои. У нас работает во вторую смену Ваня. Я ему смешную назначил цену, там, ну буквально там, жердь 20 рублей, но она длинная. Сейчас я подсчитал, жердь длиной 12 метров, а это 2, значит получается в 3 раза, сколько? В 6 раз. В 6 раз, 6 в 2, 12, ему надо 6. Но эти толще, я на 2, теперь мы делим опять на, эти-то толстые, а те тонкие. И получается 6 разделить на 2, 3. И вместо длинной жерди ему три надо сделать здесь. После обеда, который делает. Ну ясно, что еще. Но обижен не будешь, это ты точно знаешь. Это я назначаю минимальную цену, а потом смотрю на работу. На работу. Какая будет? Я в Америке это видел. Он назначил им всем за час 5 долларов. Но когда все работали, там мексиканцы хорошо, грузили контейнер нам. И ничего не нашло, все разворовали потом в России. И он тогда дал им каждому по рисовому мешку, там килограмм 25. Один взял, другой подержал, а куда я с ним? Я тут живу, где там в общежитии. Ну куда я там, никто не варит, он и скинул мешок. И он им добавил еще, кажется, по доллару. Никита Феоктистович Орлов, теперь он митрополит Антоний. У меня просто опыт, я где набираюсь, а вот где. Хорошо работает, ясно, цена твоя такая уже не будет, это определенно. Которую я тебе назначил, Ваня даже упомянулся, какая это цена. У меня нет еще. Но я сказал, нет ничего. Я сказал так громко, что на небе Бог услышал. И уже сообщают, мне на карту перечислили 400 рублей. Не знаю, кто, откуда, с какой стороны. Но это мне только в городе взять, сейчас нету. Так что ты, Ваня, в обиде не будешь, это определенно. Только считай после обеда. Я ему толстую подкидываю, он делает. Вопросы? Нет. У вас телефон садится. А, да, садится. Я потом сбегаю, поем и поставлю под зарядку. Так. Святую масло. Воду мы уже разлили в стаканы, святую воду. Все? Вы всем? Да, всем. Выпить помаленьку? Выпить все, что есть. Ну, значит, Коля, иди дежурить, если помогаю. Глаза больные, на руку вот так вот, смотри, у меня глаз болен, я чуть-чуть на руку вот так вот. И всегда вот так вот глаз, крестообразно, вот так. Крестообразно. И дальше в уши, везде. Господи, благослови. Что-то у меня лобсик травалось. Все, работа окончена. Так, по полкружки или сколько квас у меня и Никите, только двоим. Женщинам квас не брать. Женщинам квас не брать. Тарасик, то есть оттуда тебе первое не положено, плохо работали. Власть, вот сюда ставь. Стой напротив. Будете плохо работать, второго лишитесь. Вот сюда, вот встаньте и стойте, на стол смотрите. А мы будем хорошо чаткой, чтобы разговорить вас. Ну все, клубцы, давайте, садитесь. Встань, не ходи, встань рядом.